Как перестать копипастить код Python и начать писать код с головы? Я вас попрошу сначала посмотреть это видео, потому что сейчас видео, которое я предоставлю, здесь будет фрагмент, к чему я хочу привести, чистая практика. Поэтому обязательно, пожалуйста, посмотрите это. Оно будет в описании. Итак, в данном случае человек пришел изучать Django. Не забывайте, что это только фрагментик. Мы разобрались с параметрами, разобрались в разных языках. В первую очередь отталкивались от C++. Дальше я ему задал вопрос: у вас есть четвертый язык Dart. Что нам надо сделать за 15 минут, чтобы начать писать? Так как мы работали с параметрами, мы еще не проходили логику, мы еще не проходили принятие решений. У человека есть определенные знания, сейчас важно понять другое. В этом я хочу показать, к чему ее привести. То есть мы вот работаем вот с этой функцией. Это самая частая функция в Django. И здесь конструкции, которые больше всего вообще используются в любых языках программирования. Это объекты первого класса. Итак, перед нами еще стоит задача. Сейчас пока разбираем параметры. Стоит задача принятия решений написания собственного кода. Но сейчас я решил проверить, какой момент. Вот этот момент. Зачем я это делаю в данный момент? Мне важно, чтобы человек для своей системы работы с кодом, создал принцип отталкиваться от кода. То есть мы завели, тетрадь, грубо говоря, да, там в любом формате можно завести, файл, органайзер. Он выводит правила системы работы с кодом, свои личные, которые ему помогают. В данном случае мы видим ошибку. То есть, да, все верно, но нет примера. Иными словами, в данном случае надо было бы расписать вот это и вот это. Оттолкнуться от кода, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, был бы наработан процесс работы с документацией. Во-вторых, эти две конструкции я не зря дал. Они самые часто используются в Python, эти проверки. То есть их надо было. Здесь является ошибка. Да, он это описал, но кода не привел. Пока просто еще рано, не время. Вот на это мы должны сегодня записать. В данном случае я принимаю решение продемонстрировать. Мне нельзя допустить, чтобы он повторил эту ошибку. Итак, конечно, я вам покажу, где все это искать, и выводим. В данном случае проверка, является ли атрибутом, в данном случае, да, является ли объект атрибутом. Сначала приводим простой пример, не на Django реальном. То есть пишем самый простой класс, и вот у нас get некий метод. Проделав метод, мы вбиваем экземпляр класса и метод get, который мы написали. Как строку, обратите внимание, он true. Да? Если мы попытаемся проверить другой какой-то метод, которого не существует, то, конечно же, будет false. Теперь, какое отношение это имеет к принятию решения? Давайте-ка откроем реальный проект, совершенно реальный. Вот он. Это я вам показываю, к чему я должен привести. Пока Django у нас слабо. Вот реальная модель, совершенно реальная. Мы ее открываем. Но в другой вкладке я его открыл. Вот оно, Django. Вот мы ту же функцию имеем, только на деле, на практике. Вот она. Давайте попробуем применить и понять, то есть то, чтобы прочитать. Эти конструкции из instance и has-after, они будут использоваться во всем коде Python везде. Почему? Потому что это удобно. Ну, грубо говоря, у нас есть двор, а лопата принадлежит этому двору или нет? Это же вполне нормально. Мы в жизни это постоянно используем. Ну что ж, давайте попробуем провести, а потом связать эти мысли в голове. Значит, сначала попробуем сделать следующее. То есть у нас есть модель post. В данном случае мы даже не видим этого метода, да, который мы хотели бы применять. Но мы проверим просто напрямую. Берем нашу реальную модель post. И как раз там был выделение одного, вот он идет, да, при помощи метода get. Дальше будет идти код. Значит, что нам надо сделать? Нам надо строку, а если метод get
Абсолютно верно. В данном случае мы видим, что метода get нет. Все, это правильный ответ. То есть в этом лежит понимание. Давайте посмотрим сейчас все-таки, чего не хватает. А не хватает того, что мы не учли две вещи. То есть вот так будем учиться писать код. Давайте посмотрим на код. Если здесь мы видим, что вот у нас есть caruset, функция, которая принимает getCaruset. Вот она. И здесь мы посмотрели, что есть обязательно позиционный параметр класс. Здесь мы видим, что может применяться фильтр, то есть, но мы на данный момент чего-то недопонимаем. Дальше смотрим. Этот же класс прослеживается здесь. Только здесь появляется argquars. Мы здесь видим, делаем вывод, что это поиск. Поиск почему и где? Вот вопрос. И тут мы понимаем. Модель менеджер caruset. Вот она ответ стал. Если мы промотаем немножко выше, опять к этому вернемся, да, то здесь мы видим caruset и менеджер. Иными словами, интерфейс выбора, не класс, интерфейс. И методы сами выборки, к тому и относится сам метод get. Значит, получается, что модель менеджер или caruset, это имеет огромное значение, они перечислили. Значит, дошло. Проверяем. То есть в данном случае нам на самом деле здесь не хватает чего-то. Пробуем сделать немножко по-другому. True, да? То есть, действительно, модель, интерфейс. Так, нам чего-то опять не хватает в памяти. Набираем просто менеджеры, значит, запрос. Менеджер Django. И читаем, обращаем внимание на что, что нас интересует. В данном случае мы читаем, это интерфейс. То есть, грубо говоря, чем отличие интерфейса от абстрактного класса, что есть методы, которые надо четко определить, да, они не определены. Ну, да ладно, ООП нам все равно. Дальше нам достаточно почитать, что если нам не хватает общего менеджера, objects, который они пишут, он так и называется, то, в принципе, что нам надо сделать? Мы можем создать свой менеджер. Но ясно одно, что без интерфейса. Вот это Андрей... Ой, вот это парень, я не называю, чтобы вы на себя. Пока не увидел. Рано пока. Я сказал, моя цель другая. В принципе, здесь вложена вся логика Django. Давайте зайдем на сайт Django. Эта функция себя включает вообще всю логику работы Django. Откроем документация, откроем менеджер, мы открывали модель, мы сейчас не будем открывать, мы откроем caruset выборки методов. Вот этот метод, один из них мы проверяли, get мы точно найдем. То есть это выборка должна происходить при помощи чего-то, логично, да? В данный момент он еще далеко, он не смог распознать в комментарии, что вот это и вот это разные. Вот это будет выбирать, модель и менеджер работают в одной связке. Иными словами, для модели есть определенный интерфейс, да, который работает с конкретными методами выборки. Ребят, я вам сказал, посмотрите вот это видео. Я сейчас показываю немножко посложнее вещи. Их не надо сейчас понимать. Я вам сказал, что все просто. Пока моя задача довести человека, чтобы он посмотрел вот это. Вот это, вот это. То есть мы пока на данном этапе. То есть функции прямо с того исходного кода мы можем спокойно проверить все остальное. Почему здесь пишется вот это именно так и это именно так. Да, на самом деле буквально просто, и за пару секунд разбираться. Нам даже документации не надо. Сначала мы попробуем сделать следующее. Прямо без переменных просто понять. Мы, по сути дела, должны получить исключение. Абсолютно верно. Post object
хас, ну, атрибут и фильтр. То есть выдал нечто, но, по сути дела, выдал с моего кода. Я бы не хотел, чтобы он выдавал с моего кода. Значит, я перемещу это немножко в другое пространство. Вот здесь я добавлю. Ага. Став, да? Ну, правильно. Ну, какой хитрый. Ладно, пусть будет так. А, ну вот. Вот то, что мне и надо. Manager Object has no attribute name. Иными словами, вполне понятно здесь признание OOP, которому вы научитесь, что интерфейс он не может иметь на самом деле name. Это легко проверить. Мы могли, конечно, бы и дальше сделать еще вот так, при желании, да, убедиться. Не даст убедиться, но это логично, правильно? Но я специально проделал по одной простой причине, потому что дальше исключение не пойдет. Сделаем немножко по-другому. Не хочет, да? Хорошо. Дальше пишем. Стоп. Так. Вот так пошло. Здесь он нам из Django все повытягивал, что можно, да, то есть все, что может Django делать, быстренько посмотрели. Но на самом деле мы ищем name. Name действительно мы здесь не найдем. По одной простой причине, потому что, ну, логично, интерфейс, то есть интерфейс это интерфейс. Но проще объяснить, у вас есть зарядка, это просто зарядка без провода, она телефон никак не зарядит. Согласитесь, это просто будет интерфейс. А уже что мы подключим? Планшет, мобилу или там электроплиту, это уже другое дело. Это будет просто интерфейс. Так, ну, так как здесь все это многословно, мы это уберем. Сейчас нам надо, просто я показал, что в Django можно сразу посмотреть, да? Уберем. А теперь попробуем... менеджер, да, мы заметили, этого нет. Поехали дальше. Самый главный будет вывод. Post name. Я думаю, что здесь проблем не будет. По одной простой это модель. Это правильно, у нее есть имя post. Вот то, что мы и ищем. Хорошо, поехали дальше. Попробуем сделать еще по одному. Post, это модель наша реальная. Post, да. Далее, класс. Name. Ага, отлично. Модель базы. Иными словами, происходит совсем иное, чем на самом деле думал в данном случае парень. Происходит совсем иное. И на это требовалось просто немножко другой опыт. Я сказал, мы к этому придем. В данном случае пока это рано, но скоро он эти вещи будет щелкать как орешки. Просто здесь еще не хватает ООП. Я не зря вам сказал посмотреть то видео, потому что с ООП возникает проблема. Я сказал, что там надо решить всего один вопрос. Но тем не менее мы проведем еще одну проверку, потому что сказал, это очень важно. И попробуем сделать следующее. Мы здесь проверим IsInstance. IsInstance и проверим на IsInstance post. Нам вполне это очевидно, так как если открыть исходный код, сейчас я его открою, то мы видим, что может быть модель менеджера. Нам надо быстрее разобраться. Давайте разбираться быстрее. Значит, post и проверим тип. Все отлично. Давайте проверим post. Objects. Мы знаем, что это интерфейс. Конечно же, мы получим name object is not definite. Иными словами, object работает, это интерфейс работает вместе с моделью. Все, разобрались. Все это со временем у парня будет читаться довольно легко, потому что только нам надо будет всего лишь одна строка. И в этой строке нам будет вполне понятно, что это и есть момент принятия решения. А вот интерпретация вот этого, здесь надо будет поработать. Но на самом деле, что нам это дало?
Что я вам хотел показать? Я вам хотел показать, что Django то здесь ни при чем. Я опираюсь только на знания Python как таковые. Мне мало интересует Django. Ума-то тут не надо. В любом VM-фреймворке есть одна задача. Запхать в базу и достать оттуда. Все, больше задачи у веб-фреймворка любого нету. А здесь все оказывается просто. Есть модель, нам надо, чтобы работать с моделью, сейчас мы это оттянем, здесь нам надо три вещи всего. Эти вещи все очень логичные. Вот у нас есть база. Нам надо модель. В данном случае в Django модель. В другом фреймворке это может быть самописная база какая-то. Это не важно. В любом случае будет создаваться некая конструкция, которая будет создавать поля в этой базе. Второе. Нам надо всегда какой-то интерфейс. Ведь надо как-то работать с базой. Но интерфейс должен работать не с базой, а с методами выборки. Вот Django это и есть керосет выборки. По сути дела интерфейс работает с методом выборки, выборки работают с базой. Абсолютно, абсолютно логичный и очень простой пример, да, то есть вполне есть три вещи, вот оно и все Django, больше в Django ничего нет. Но я вам сказал, что я вам показываю совершенно иные вещи, меня Django не интересует, мне важно парня научить чему? Чтобы он опирался на свои внутренние знания с головы, на свои знания Пайтона, а не Джанго там читал, как что сделать и где-то что-то посмотреть. И здесь я совершенно легко это выясняю. Каким способом? Да очень простым. Еще кое-что добавлю, чтобы была полная картина. Просто я это показываю, потому что это будет все равно повторяться. И такие вещи, они повторяются и в библиотеках искусственных, везде. По сути дела, везде надо проверить по принципу, эта лопата принадлежит Васе или Пете. Давайте я проверю еще одну вещь. Пост, конкретная модель, которая будет, в принципе, поставляться вот этот класс, да? Пост и get. Get – это выборка, будем говорить, одной записи. False. Абсолютно верно. Итак, мы применяем свои знания чисто Python. Я же сказал, по Django понимать ума много не надо. Есть модель, нам надо некий интерфейс, который будет работать с методами выборки. Методы выборки будут выбирать из базы. Скажите, это ребенок первого класса поймет, ума не надо. Пост, get, мы логично проверяем эту схему. Нет, false, правильно, потому что модель напрямую не может работать с базой данных. Дальше проверили. Пост, object, get. Иными словами, все, что здесь написано. Вот оно написано, они четко комментируют это. Модель менеджер. А мне надо еще принять решение написания собственного кода. Иными словами, когда я беру модель и менеджер, менеджер мы смотрели, получаю true. Я здесь могу вбить, например, метод all, любой метод из тех, которые есть, и тоже получу true. Если там этого метода нет, то я получу false, если я его сам, конечно, не написал. Отлично. Далее легко посмотреть их логику. Post object name, да, то есть метод dunder очень простой. Если я беру таким образом, то я получаю следующее. Стоп, здесь я получаю не то, что хотел бы. Абсолютно верно. Значит, учитывая, что это функциональный объект, а мы не разделяем, но сейчас это высшая математика, сейчас я это опущу. Manager object has attribute name. Мы с вами проверяли, действительно. То есть, его задача, это не самостоятельный объект, это зарядное устройство, да, сама эта вилка, которая втыкивается. Сюда можно подсоединить через провод телефон и так далее, да. А вот post name будет иметь имя. Поэтому очень легко все прослеживается теперь. Применив свои знания Python, я смотрю вот это величественный код. Величественный, чистый, красивый.
Дальше разработчики Django подстраховываются. Они пишут post-class name. Иными словами, это отсылает меня модель базы, где можно получить исчерпывающие инструкции по моделям, то есть и получить адекватные исключения. Иными словами, они не дают ни одного шанса какому-то самопроизволу в коде, чтобы произошло что-то не так. Если мы указываем конкретно то, что нам надо, ну и хватит на этот случай сегодня, показал. На самом деле процесс намного проще. То есть то, что я вам сейчас показал, это довольно банальные и простые вещи, хотя для многих даже невдомек, как к этому можно прийти. Да очень просто, ребят. К этому не приходится каким-то способом иным. Я показал, что вот это видео, посмотрите, как перестать копипастить и начать писать код головы. Вы будете четко владеть Python на нормальном уровне чтением кода. А уже извините меня, когда вы раз-два проделали то, что я вам показал сейчас, ума-то тут тоже не надо. Здесь надо просто типа опыт, потому что таких вещей, как has, attr, isinstance, их всего раз-два и обчелся, а именно они используются в коде, да, тут по сути дело маленькой-маленькой практики и маленького-маленького понятия, как устроено. Вот это читается одну минуту, остальное все, я отбросил Django, меня не интересует. Меня дальше начало интересовать, каким образом я достану этот объект, все. На самом деле я бы сейчас написал пунктов 30, как это можно сделать, но не в этом суть. Почему моя система работает? Обратите внимание, здесь просто опять фрагмент. Там, помните, было класс. По сути это параметры. Вот сейчас, в данный момент, мы не трогаем ни Django, ничего. Я от парня добиваюсь чтения параметров на лету и принятия решений. То есть я добиваюсь всего одного элемента, четко понимая, что если это не произойдет, то дальше нам в языке делать нечего. То, что я показал по Django, никогда такого рассуждения не получится. Почему? Потому что нам надо добиться. То есть есть порядок и подход, ребята. Второй момент покажу тоже. Еще до изучения классов я от парня добился, чтобы он писал код, где бы все учитывалось. Как вы видите, есть isinstance, есть has.attr. Этот код он пишет с головы. Но главная задача, чтобы он писал по методике, иными словами, приобретал навык. А навык — это и есть исключение. Меня мало волнует этот код. Почему? Потому что код будет разный. Да, будут повторяться has, isins, но... Мне важно, чтобы у него был навык. Что я буду делать с этим кодом, когда получу исключение? Для него это должно стать указателем. Вот что важно. И я это буду. Мы это делали сколько? Мы это делали долго, практически больше 3 недель, пока мы не вывели этот код. Только сейчас мы приступаем к классам, потому что в классах это методы. Нет ничего там от классов на самом деле. Это методы, те же функции. И работа идет та же. Потому что в классах нам просто надо будет сместить внимание. Итак, пока все. Теперь момент. Вам надо было запомнить только одно, что добиваемся по элементам, пока не получится. И вот это видео. Посмотрите. Если кто-то уже принял решение заниматься по моей системе, перейдите, эта ссылка будет на вкладку «Индивидуально». Посмотрите здесь видео, дальше нажимаете «Купить индивидуально», задаете вопросы по выбору плана или какие возникли. Все получится, ребят.